А теперь я бы хотел показать пять граней дружбы, о которых говорит Иисус. Пять граней дружбы относятся это к нашим отношениям со Христом и друг с другом. Смотрите, Иисус говорит: «Друзья, есть у вас еда?» Дело в том, что друзья проявляют неподдельный интерес к тому, что происходит в жизни других людей. Я думаю, что это действительно интерес, настоящий интерес со стороны Иисуса. Он не просто там хитрит или как-то их пытается подколоть. Нет, он не подкалывает их, он проявляет интерес. Именно с этого и начинается дружба, настоящий, подлинный, неподдельный интерес друг к другу. Мой сын Дэвид рассказывал мне о том, как он в свое время ездил в Таджикистан в составе миссии «Сумка самарянина». Таджикистан — одна из самых бедных стран мира. Рядом с Афганистаном она находится. И вот сын рассказывал мне о том, как он приехал в Таджикистан для того, чтобы раздать там, распространить там коробки с подарками для детей в детских домах. И он познакомился с человеком, которого звали Александр. Александр участвует в тюремном служении, работает в тюремном служении. Дело в том, что он сам в свое время 10 лет отсидел, именно в тюрьме покаялся. И вот Александр когда-то продавал наркотики, и отец его участвовал в политической деятельности, и отец его постоянно выкупал и снова выкупал из тюрьмы. И потом папа сказал: «Все, хватит, не буду больше тебя выкупать, не буду больше тебя защищать». И Александр сидел 10 лет. И за 10 лет сердце его все больше и больше ожесточалось. Но в эту тюрьму приходили христиане из ближайшей церкви. И они были обычными людьми, самыми обычными, самыми простыми людьми. И вот однажды один из этих христиан просто подошел к Александру, положил ему руку на плечо и сказал: «Дружище». И ушел. А потом снова пришел и снова с ним разговаривал. И у них завязалась дружба. Александр покаялся. И теперь он работает в тюремном служении. Он работает с заключенными, каким он был когда-то и сам. Почему? Да потому что христианин проявил дружбу к другому человеку, который тогда даже не знал Христа. Вот это первая грань дружбы — заинтересованность друг в друге. Вторая грань дружбы — когда Иисус говорит: «Забросьте сети справа от лодки». Вторая грань дружбы заключается в том, что друзья помогают своим друзьям, помогают по возможности. Конечно, Иисус мог сотворить, так резко взять и сотворить косяк рыбы, Он мог сделать все, что угодно, но в данном случае Он, Сын Божий, решает помочь им поймать рыбу. Он просто помогает друзьям. Он поступает как настоящий друг. Петр это уже видел раньше, потому что мы помним описание из Евангелия от Луки, 5 глава, когда Петр ловил рыбу, и они ничего не могли поймать, и подошел Иисус и говорит: «Забросьте сети с другой стороны лодки». И они забросили и поймали множество рыбы. И помните, что говорит Петр: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Именно тогда Петр посвятил свою жизнь Христу. А теперь происходит следующая сцена. Они видят, как их сеть наполняется рыбой, и Иоанн восклицает: «Это Господь!» Он бросается в воду и плывет к берегу, и он понимает, что с ними Иисус. Хочу задать вам один вопрос. Может быть, вы похожи на апостолов? Вот в чем. Вы долго ловили рыбу, всю ночь ловили, и ничего так и не поймали. Вы снова и снова занимаетесь одним и тем же делом, выполняете одну и ту же работу,
но без всяких результатов. Вы как те рыбаки. Вы тратите много энергии, но ничего из этого не получаете. Картинка здесь примерно такая. Вдруг подходит этот незнакомец на берегу и дает нам новое направление. И наша задача понять, не Господь ли говорит через этого человека? Может быть и правда, именно Бог дает нам указания, именно Бог дает нам направление, которое мы иначе не увидели бы. Со мной это происходило не раз. Ко мне подходит человек и говорит, «А ты пытался поступить вот так? Ты пытался сделать вот так?» И когда я делаю это, когда я выполняю его совет, следую его совету, все получается. И это поразительно. Я думаю, что именно этого Бог от нас хочет. Он наш друг. И Он приходит к нам зачастую неизведанными способами, какими-то тайными способами. Но Он хочет дать нам новое направление. Апостолы послушались Христа и поймали 153 рыбы. Интересно прочитать, как разные люди об этом рассказывают. Дело в том, что люди спорят и пытаются понять, что значит 153 рыбы. Кто-то из христиан говорит о том, что 153 рыбы — это значит, что в конце мира будет 153 страны в этом мире. А сейчас стран уже больше, чем 153, гораздо больше. Есть различные мистические толкования того, что значит 153 рыбы. Знаете, что это, по-моему, значит? По-моему, это значит, что это настоящие рыбаки всегда считают свой улов, и у них в мозгу запечатлилось, отпечаталось, что это 153 рыбы. Это не символ, это не образ, а указание на реальное событие. Действительно, там было 153 рыбины. Иисус снова и снова показывает им, что даже если они его не видят, ему не все равно, что с ними происходит, потому что они его друзья. Потом Иисус говорит, принесите эту рыбу. Ну что, ребята, садимся за стол, садимся покушать. Вот это третье проявление дружбы. Друзья едят вместе. Друзья принимают пищу вместе. Дело в том, что за едой, за чашечкой чая, за чашечкой кофе лучшие разговоры, лучшие беседы. Представьте себе, Агнец Божий приходит на берег и запекает рыбу для своих друзей. Он приходит и не говорит, «Так, а ну-ка садитесь, сейчас урок будет». Он не приходит и не говорит, «А ну-ка, садитесь, сейчас у нас будет сессия стратегического планирования по завоеванию мира». Он не говорит какие-то такие заученные, привычные нам сегодня слова. Он просто приходит на побережье, на берег, и проводит время с друзьями. И они вместе смеются, они слушают друг друга, они рассказывают истории, они наслаждаются вкусной пищей, поэтому вот они ведут себя как настоящие друзья. И именно этого хочет от нас Бог. Именно таких отношений Бог хочет от нас друг с другом. Здорово быть просто друзьями. И есть ли в настоящих церквях такое измерение, такая грань? В настоящих церквях она должна быть. Мы не просто собираемся по воскресеньям. Мы живем вместе, общаемся вместе каждый день. В Деяниях 2:46 мы читаем о том, что в самом начале Иерусалимской церкви христиане каждый день собирались, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Когда мой второй сын, Дерек, только что поженился, они поженились с Мишел, где-то 2 года вместе прожили, жили они в Чикаго, и мой сын мне как-то звонит и говорит, «Пап, ты знаешь, я очень уважаю твою семью, твой брак с мамой. Конечно, у вас есть тоже проблемы, но я вас очень уважаю. У меня идея. Давай соберем несколько молодых семейных пар, и каждую неделю будем собираться у нас дома и беседовать о браке». И вот мы так и сделали. Мы стали собираться за завтраком, за столом, беседовать о том, что происходит в нашей семье, в нашем браке. Мы были абсолютно честны друг с другом. И, кстати, Дерек поставил такое условие —
что у нас будут определенные цели и будет подотчетность. Мы не хотим просто сидеть и трепаться за завтраком. И вот что интересно. Именно так произошло в ситуации между Иисусом и его учениками. Началось все с завтрака. Началось все с того, что они принимают эту пищу. А потом в 15 стихе Иисус говорит Петру: «Симон, любишь ли ты меня больше, чем они?» Это четвертая грань дружбы. Если мы настоящие друзья, то мы будем задавать друг другу тяжелые вопросы. И будем спрашивать друг с друга, задавать непростые вопросы и делиться мудростью. Иисус задает тяжелый вопрос. Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Интересно, что значит «больше, чем они»? Некоторые предпочитают переводить этот стих иначе. «Больше, чем их». Петр, любишь ли ты меня больше, чем ты любишь свои лодки? Больше, чем свою работу? Больше, чем эту рыбу? Петр, любишь ли ты меня больше, чем ты любишь все это? Другие говорят, что нет. Наверное, Иисус показывал на других апостолов. Он говорит, и Петр, любишь ли ты меня больше, чем они, эти люди, меня любят? Я предпочитаю вот какую интерпретацию. Иисус охватывает своим взглядом весь мир и говорит: «Петр, любишь ли ты меня больше, чем все это?» И друзей, и родных, и семью, и работу, да и саму жизнь. Непростой вопрос. Но именно на таких вопросах строится настоящая дружба. Мы задаем друг другу трудные вопросы и получаем непростые ответы. Иисус трижды задает один и тот же вопрос. А Петр говорит: «Да». И Иисус говорит: «Паси агнцев моих». Иисус говорит ему, что делать дальше. Дает направление. Это тоже часть настоящей дружбы. Такая дружба, такие взаимоотношения нам нужны. Такие взаимоотношения бывают именно в настоящих церквях. Скотт Пек в своей книге, которая называется «Другой барабанщик», предупреждает о ложном общении. Он говорит так: «Зачастую общение пытаются подделать. Люди пытаются избегать несогласий, избегать трудных вопросов. Но это псевдообщение, это ложное общение, это дешевая подделка. Нужно все это преодолеть. Не говорите друг другу ложь во имя общения, потому что этот путь ведет в никуда. Если мы хотим настоящего глубокого общения, глубокой дружбы, то нужно задавать тяжелые вопросы. Нужно быть откровенным и быть готовыми выслушивать друг друга. Именно это происходит со Христом и его учениками на берегу. Мы видим, что такое настоящая дружба. Кстати, интересен выбор и времени, и места. Дело в том, что Священное Писание говорит, было это все у костра, то есть он развел огонь, развел костер. Но вот это греческое слово «огонь», «костер» использовано также в 18 главе Евангелия от Иоанна, 18 стих. Помните, где Петр отрекался от Христа? Во дворе первосвященника, у костра. Трижды у костра Петр сказал, что не знает Господа. А теперь Иисус разводит костер и трижды задает один и тот же вопрос. «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня более, чем они?» Потому что Иисус хочет вернуть его в служение, хочет, чтобы он снял с себя вот эту броню самозащиты, хочет вырастить из него настоящего лидера для
новой церкви. А дальше Иисус говорит Петру о его будущем. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Петр проживет еще много-много лет, но из этого диалога он уже знает, что его поведут, за руку поведут туда, куда он идти не хочет. Его приведут туда, где он не хочет находиться. Церковное предание говорит о том, что Петр последовал примеру Господа своего. Его пригвоздили ко кресту, но кверх ногами, вниз головой. Он последовал буквально за Христом. И иногда следование за Христом предполагает именно это. И мы с вами подходим к последней грани настоящей дружбы. Петр начинает спрашивать об Иоанне. Что будет с ним? А Иисус говорит, ну и что тебе, если я хочу, чтобы он был, пока я не приду? Что тебе до этого? Вот это очень важная часть подлинной дружбы. Относится она прежде всего к отношениям со Христом. «Ты иди за мной», — говорит Христос. Господь хочет быть нашим другом. Ему совершенно не все равно, что с нами происходит. Он готов помочь нам. Он общается с нами и с другими учениками своими. Он задает нам непростые вопросы. Он говорит нам, что делать. Делать это порой бывает трудно. Но в конечном счете наши отношения со Христом существенно отличаются от всех остальных отношений. Мы призваны идти за Ним. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Интересно, что с 20 по 23 стихи Петр, конечно, все это уже знает, все это слышал. «Иди за мной, следуй за мной». И все равно он смотрит и видит Иоанна и говорит, а он-то как? А что с ним будет? Что его ждет в будущем? Иисус снова говорит ему, ты иди за мной. Если я хочу, чтобы он остался, пока я приду, что тебе до того? Искушение заключается вот в чем. Мы идем за Христом, но смотрим и говорим, слушай, а вот у этого парня работа лучше, чем у меня, зарплата выше, чем у меня. Как так? Мы говорим, Господи, а почему у меня вот так все сложно во взаимоотношениях? А почему в нашей семье такие испытания? А вот у него, а у них, вот этих людей, у которых все просто, почему у них все так просто? А Иисус говорит, ты иди за мной. Это, пожалуй, самое сложное, но и самое главное. Освальд Чемберс когда-то сказал, что если мы пытаемся указывать на другого, то нам нужно остановиться и осознать, что любительское пророчество не проходит. Не нужно показывать на другого, нужно самому идти за Христом. И знаете что? Когда мы идем за Христом, Он проявляет свою заботу о нас. Он помогает нам. Он помогает нам ощутить свое присутствие. Он задает нам непростые вопросы, порой говорит то, что нам сложно бывает понять, но когда мы идем за Ним, нашим другом становится сам Бог через Сына Своего Иисуса Христа.